Налетчик с зажигалкой стал фигурантом дела о разбое. Напомню, на днях мужчина с ворохом судимостей устроил переполох в торговом центре на бульваре Новаторов. Из витрины вытащил флакон с духами и пошел мимо кассы. Продавец заметила, потребовала деньги. В ответ любитель бесплатного парфюма вытащил из кармана гранату и пригрозил взрывом, если помимо бесплатных духов ему еще и выручку не отдадут. Продавец оказалась не робкого десятка, так что злодей со своей погремушкой спешно убежал. Граната оказалась зажигалкой. Теперь мужчина в изоляторе, место для него привычное, поскольку в свои 48 лет он был 19 раз судим, преимущественно за кражи и грабежи.